13 августа в селе Малая Кондура Нинасминского муниципалитета состоялось торжественное открытие 8-метрового креста. Крест был установлен еще в апреле месяце по инициативе и финансовой поддержке уроженца данного села Арарата Тонеряна, который в данный момент проживает в России. Церемонию освящения креста провел священник Тер Армаш Погосян. Также здесь прошло освящение винограда, который был роздан прихожанам, так как этот день совпал с праздником преображения Святой Богоматери. Хаога и прев потухмери майр, канивор нера хютице вор Христоси айлян хорурт не линун. Хаче кортненк, кортненк нерв хаога, аме мекет мек хатик кечашакек, кам кетанек зерте нере, тоге тортну чуне мини. Шнера кану чун мер, варерарин, тох аствац зорасни, ортни ирен, ирен энтанике, Иван Марканц, мэр, шнуракануцюн, орнуцюн, мэн, перум, овкер, окненен, ворписи, мэр, варераре, ирэн, ир, гагафаре, карогана, иракануцюн, дарцинен. В церемонии освящения также приняли участие танцевальный ансамбль Центра культуры города Нинасминда. По словам Арарата Тонеряна, крест установлен для свечан. Он будет хранителем от зла и бед. Մենք ուրախ ենք, որ դու կատարես, մենք կոգնենք, կոգնելը որն ես ենք, կորել է ծանել չես ենք, կազմագերբություն, Արմենիս կազմագերբությունով ենք, Տիգրանով Սեփյանի կազմագերբությունով, մետան գործի մեջ, ես ֆինանսավորեցի, մեր դեղը այսօր կատարել են, ես շատ ուրախ եմ, ես խաչը տարվել է սաղ ամբողջ բոլոր ժողովրդի համար, անձինս մեր գյուղի, մեր Փոքր Կոնդուրայի համար։ Ես այսօր ընտանիքով ներկայացել եմ, որպեսզի իմ նպատակներից մեկը կատարեմ։ Конце церемонии для гостей и жителей села Малая Кондура было сделано жертвоприношение и роздан матаж.